Для русских статус не гражданин Украины. Русским людям, а заодно и всему русскоязычному населению обещают геноцид. Боевики правого сектора уже готовы посадить москалей на ножи. Севастопольцы, мы наследники героических традиций нашего родного города. И нам решать судьбу Севастополя, судьбы будущих поколений севастопольцев. Не допустим коричневую чуму на порог нашего дома. Возьмем на себя ответственность за обеспечение жизнедеятельности города, порядка и безопасности на его территории. Пришла пора действовать. Отстоим Севастополь. Митинг народной воли. Сегодня, 16:00. Площадь Павла Степановича. Корабельную бухту оставив, и твердит он, смотря на закат, и на берег покинутый Бунский, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Объявляю открытым Thank you.
Слово предоставляется коренному севастопольцу, хорошо известному вам патриоту города Алексею Михайловичу Чалому. Добрый вечер. Хотя какой он добрый. Такого вызова, пожалуй, Севастополь не встречал, начиная с 91 года, может быть, и раньше. Сегодня наступление нашей права идет по двум основным фронтам. Первый фронт физический. Погромы. Уголовные преследования. Второй идеологический. Нас загоняют в рамки людей второго сорта, которым будет запрещено иметь то самое право на историю и русский язык, которое мы имеем по определению, по праву своего рождения. Слышно сейчас? И первый фронт, хотя он и кажется более страшным, на самом деле с ним легче справиться, потому что он очевиден, здесь понятно, где враг. А этой законности на самом деле нет. То, что сегодня происходит в Киеве, те люди, которые называют себя Верховным Советом или Радой, в действительности не имеют права себя так называть. Имеют право на вот этот бесконечный флуд законный, который они изображают последние несколько дней. Я не являюсь юристом, поэтому хотел бы передать слово человеку, который является профессионалом, который доходчиво в пару словах объяснит, что все, что мы видим оттуда, не имеет ничего общего с законом. Слово предоставляется правозащитнику Борису Колесникову. Добрый вечер. Добрый вечер, товарищи. Спасибо, что пришли на митинг народной воли, на котором мы планируем решить судьбу нашего города. Вы все знаете, что произошло в Киеве. Иначе как государственным переворотом, антиконституционным это назвать нельзя. И то, что сейчас Верховная Рада изображает какую-то законную деятельность, это на самом деле профанация. Если бы партия регионов, которая нас предала, и коммунисты сложили свои мандаты, то у партии, то у оппозиции не было бы вообще никаких шансов изображать законную деятельность, освобождать Тимошенко и призывать судить нас за русский язык. Если кто-нибудь читал программу партии «Свобода», которая сейчас рядышком в правительстве, то один из их пунктов — это запрет празднования Дня Победы. Второй пункт — снести все памятники режиму, как они говорят. Памятники советским воинам, памятники нашим прославленным адмиралам. Мы не можем с этим смириться. Поэтому мы и пригласили вас для того, чтобы решить вопрос дальнейшей судьбы города Севастополя. За эти три дня, которые мы готовили митинг, много воды утекло и много изменилось. Поэтому, чтобы долго не говорить, мы планируем сейчас с вашей помощью устранить то конституционное недоразумение, которое существует, избрать на митинге городского председателя, нашего человека, который немедленно сформирует исполком. Отряды самообороны продолжит ведение сессии городского совета, которая ничего не приняла, и уточнит возможность перехода милиции на нашу сторону, как вооруженного отряда. Кандидатура председателя, городского председателя, предлагается Чалый Алексей Михайлович, который только что выступал. Это тот человек, который подарил, возродил и подарил городу 35-ю батарею. Это человек, который любит и чтит нашу историю. Поэтому предлагаю в конце митинга, что вы поддержите эту кандидатуру, и он немедленно начнет работу по защите города-героя. Спасибо. Товарищи, я хочу обратить внимание на то, что мы ничего здесь ни у кого не просим, ни у европейского сообщества, ни даже у России.
Наоборот, заявляем о том, что объекты Черноморского флота, военнослужащие их семьи, это предмет нашей особой охраны и заботы. И Россия может не беспокоиться за целостность своих вооруженных сил, которые находятся на нашей территории. Слово предоставляется председателю Координационного совета русских организаций города Владимиру Тюнину. Севастопольцы, для вас что-то значит слова «русский город-герой Севастополь»? Это наша родина, а мы ее сыны и дочери. Кто-нибудь за нас имеет право решать, как нам жить? На каком языке говорить? Как учить наших детей? И с какой страной нам дружить? Вот вы ответили на все вопросы. И сегодня городской совет, который является якобы нашим представительным органом, должен был принять постановление о том, что здесь создается исполнительный комитет. Въезды в Севастополь перекрываются, и ни один рагуль не приедет сюда доказывать и показывать нам. Вы посмотрите, те люди, у которых есть дубины и оружие, диктуют волю всей Украине. А мы с вами кто? Мы быдло? Или те, кто имеем право решать, как нам жить? Мы хозяева! Поэтому сегодня мы и говорим, нам надо здесь же избрать городского голову. Раз. Пусть он формирует исполнительный комитет. Два. Милиция подчиняется городскому голове. Три. Создаются отряды охраны общественного порядка. Четыре. Далее. Каким бы ни был, но у нас с вами существует президент. Он легитимен, мы можем относиться к нему как угодно, но он правильно сказал, в стране государственный переворот, в стране насильственный захват власти, а мы рабы? Нет! Поэтому мы все должны показать, что Севастополь говорит, это наша земля, мы не предприниматели, не олигархи, нам некуда бежать, и наша страна, которую смотрим, это Россия? Россия! И мы хотим сказать, мать Россия! Смотри на своих детей. Мы не призываем вас сейчас кричать о разделе Украины. Этого ждут в Киеве. Но мы говорим, Верховная Рада нелегитимна. То, что они принимают, незаконно. И призываем всех депутатов любых уровней снять свои депутатские полномочия. И тогда мы с вами на новых выборах действительно изберем не олигархов, а тех, кто будет решать наши судьбы. И я говорю, Севастополь никогда не сдавался, и никто не поставит нас на колени. И также вас призываю поддержать кандидатуру городского головы Чалова Алексея Михайловича, русского человека. Слава Богу, что мы русские. Россия! 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 Слово предоставляется представителю Союза ветеранов спецподразделения «Беркут» майору Виталию Литвиненко. Здравствуйте, дорогие севастопольцы! Совет ветеранов спецподразделения «Беркут» уполномочил меня довести до вас следующий текст. Молодцы! 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 Спасибо большое. Обращение. Ветерана спецподразделения «Беркут» главе Севастопольской городской администрации Яцубу Валерию Георгиевичу. В условиях, сложившихся в Украине после насильственного изменения конституционного строя
Мы выражаем серьезную обеспокоенность возможной эскалацией гражданского конфликта, распространением его в крайних формах на территории Севастополя. Решение съезда депутатов всех уровней из юго-восточных областей автономной республики Крым и Севастополя, прошедшего 22 февраля в Харькове, может способствовать некоторой временной стабилизации обстановки, только в кавычках до восстановления конституционного порядка и законности в стране, легитимизации работы центральных органов власти. Мы абсолютно уверены, что как только придет, в кавычках, легитимизация работы центральных органов власти, руководство Севастополя будет заменено ставленниками новой власти радикального, националистического и откровенно профашистского толка, которой противостояли бойцы севастопольского «Беркута» и против которых выступают все граждане Севастополя. В связи с этим, выполняя рекомендации съезда в городе Харькове, мы требуем от вас принять исчерпывающие меры по защите севастопольцев и предотвращению проникновения в Севастополь членов радикальных, националистических и неофашистских организаций и формирований. Публично, в том числе в средствах массовой информации, выразить свое мнение и дать оценку действиям севастопольского спецподразделения «Беркут». Гарантировать бойцам «Беркута» неприкосновенность и защиту от начинающегося уголовного преследования за самоотверженное выполнение своего долга по охране общественного порядка и защите легитимности власти. В случае невыполнения этих требований мы оставляем за собой право всеми доступными силами и средствами защитить сотрудников спецподразделения «Беркут» от уголовного преследования, предотвратить проникновение в Севастополь нацистов, радикалов, сторонников Майдана и решительно пресекать любые попытки проведения каких-либо мероприятий и акций. Обеспечить гражданам Севастополя право самим определять свою судьбу, судьбу своих детей и будущее нашего города. Ветераны севастопольского спецподразделения «Беркут». Исполнительного комитета, структуры, заметьте, которые существуют во всех городах Украины, но которой был лишен город-герой Севастополь, мы предлагаем избрать Чалова Алексея Михайловича. Кто за, прошу голосовать. Спасибо. Итак, с этого момента власть переходит исполнительному комитету. Только так и не иначе. Севастопольцы, на прошлом митинге я вам сказал с этой трибуны, я до конца с Севастополем. Если надо встать на колени, я стану так, как они делают. Если это поможет делу. Вчера делегация Севастополя в Харькове сделала все для того, чтобы было реализовано то, что вы здесь сегодня проголосовали. К сожалению, городской... К сожалению, городской совет сегодня не проголосовал за утверждение. Но он проголосует через два дня. Кандидатуру. Но, к сожалению, закон говорит о том, что городской совет должен создать исполнительный орган. Кандидатуру Алексея Чала я поддерживаю двумя руками. Но хочу сказать,
Но хочу, ну сейчас вы уже проголосовали, сейчас. Я хочу вам ответить на те вопросы, которые, на которые я отвечал на том митинге. Я отчитаюсь перед вами. За это время, да не перебивай меня, не перебивай. Меня перебивали в Харькове, успокойся. Севастополь – самый спокойный город на Украине. Я вас убедительно прошу, провокаторов всегда было много, и одних, и других. У нас единая с вами позиция. Город Севастополь единый. Не делитесь на политические партии. Не беритесь, не делитесь по национальностям. Не делитесь, кто откуда приехал. Потому что если мы начнем делиться, это плохо кончится. И прольется кровь. Запомните, что я сказал. Я считаю, что исполком, который мы утвердим, должен взять всю ответственность на себя, учитывая настроение всего Севастополя, учитывая, что 80% здесь живет русских людей или тех, кто считает себя русским. Этот митинг увидят в Киеве и те, которые следят за событиями в Севастополе. Поэтому еще раз обращаюсь горячим головам, которые сейчас здесь есть. Вы думаете, только там, в Киеве они? Нет, они здесь есть. Мы знаем, мы отслеживаем ситуацию. Поэтому я убедительно вас прошу, единство, общая позиция, достойный претендент на исполнительный орган, давайте его поддержим. Но еще раз хочу просить вас, не поддавайтесь на провокации. Нельзя допустить, чтобы сейчас звучали, мы это все сделали в Харькове вместе. Нельзя разделить Севастополь и Украину. Дальше жизнь покажет, как будет. Еще раз. Севастополь! 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 Слово предоставляется члену инициативы. Если нам отдать, прямо благородная сила покрывает мой благородная хребет фашизму. Сейчас прозвучали здесь великие слова. Вставай, страна огромная, вставай на спину. Слово предоставляется председателю партии «Русский блок» Басову Геннадию Анатольевичу. Татьяне Александровне Ермаковой. Здравствуй, русский Севастополь!
Севастополь! Как красиво сегодня у нас на площади! Как жаль, что мы разбирались с вами в такое время! С одной стороны, жаль... Это временное, это мое мнение! И еще, я заканчиваю, тут меня уже дергают. Братья и сестры, сейчас я хочу предупредить весь уголовный мир города Севастополь, если его миром можно назвать. Сейчас военное время, мы в осаде. И если вы будете совершать преступления, грабить, вас будут просто убивать и калечить на месте. И всем потомкам, наркоторговцам предупреждаем, мы вас будем убивать. Дорогие друзья, мы собрались в очень сложной ситуации. Я понимаю ту эйфорию и ту радость, которая вас одолевает, когда мы все вместе. Есть только один вопрос. Кто потом будет реализовывать то, что мы с вами так радостно принимаем? И кто будет нести ответственность? Мы! Вот я хотел бы, чтобы такое же количество людей было постоянно с теми, кому вы вручаете судьбу города, кому вы вручаете свои жизни, свою свободу и будущее. Наша задача не просто собраться на митинге. То, что происходит в Киеве, для всех понятно, очевидно, это государственный переворот, хорошо профинансированный и подготовленный. Боевые штурмовики, к сожалению, двигаются по юго-востоку. И сегодня задача номер один – это формирование городского штаба, обеспечение реальной физической безопасности наших жителей, граждан Севастополя. Это первое. Второе. Пока мы едины, мы непобедимы. Как только мы начнем разбираться, кто более правы, а кто нет, нас сразу разделят и уничтожат. То, что сегодня в Киеве отменили закон о языках, а предлагается неофашистски, говорит о том, что формула, которую предложил Тягнибок, о том, что когда они придут к власти, главное это дерусификация, этот вопрос уже сегодня реализован. К сожалению, мы пока сегодня в одиночестве. Мы должны четко, однозначно понимать. Задача номер один – удержаться как минимум одну, две, максимум три недели, а за это время мы постараемся найти выход из положения, чтобы обеспечить пенсии, заработные платы, социальные пособия и жизнеспособность города. Потому что эти вопросы являются вопросами номер один. И завтра они будут стоять на повестке дня. То, что происходит в Верховном Совете, вы должны понимать. Можно говорить плохо или хорошо о тех, кто там находится, но половина депутатов сегодня голосуют под дулом автомата, и их семьи находятся в качестве заложников. Если мы это понимаем, то мы осознаем, что это может ждать каждого. Какие бы выборы ни были в ближайшее время, задача определяться с одним решением, с одним результатом, с одним кандидатом. Тогда у нас будет способ вести переговоры, и тогда у нас будет способ защитить Беркут и людей, которые отстаивали нас с вами там, и, я полагаю, будут отстаивать здесь. Я считаю, что вместе мы победим. Спасибо. Знаю, что такое фашизм. Я воевал с фашизмом. И мы этот фашизм разгромили, разбили, построили новую страну. И я никогда не думал, что мне еще придется увидеть неофашизм, который пришел к власти после великой победы, 70 лет, которую будем ее отмечать. Поэтому я обращаюсь к вам. Вы имеете в виду неофашизм, который пришел к власти сегодня,
в нашей Украине, он жестокий, чем немецко-фашистские варвары. Они будут расправляться, поэтому я вас обращаюсь к вам, севастопольцам. Будьте внимательны, будьте бдительны, молодежи! Ваша очередь подошла защищать наш народ, наш город. И надеюсь, что севастопольцы все станут на защите своего родного города. Я представляю организацию ветеранов войны сухопутных войск. В нашей организации только участники боевых действий в годы Великой Отечественной войны. И все это, они передали мне наш совет, который возглавляет генерал-майор Субботин, вот, который, понимаете, также является участником боевых действий, но в локальных войнах. Поэтому наш совет полностью поддерживает все те задачи, которые, что намечены мероприятия, и всегда будем готовы поддерживать вас. Мне уже, слава Богу, на 89 лет. Но я, если нужно буду, выступлю вместе с вами и буду защищать наш славный город Севастополь. Спасибо ветеранам! Сражаться, чтобы защитить мой город и страну с жалкими холопами не статься. Добрый вечер, Севастополь. Я хотел бы сказать несколько слов. Здесь раздавались массовые призывы о том, что Россия должна нас поддерживать. Российское руководство и Владимир Путин сказали нам одно. Это внутреннее дело Украины. Как она решит, так и будет. Как мы с вами... Слово предоставляется депутату горсовета Евгению Дубовику. Дорогие друзья, второй митинг мы проводим против фашизма. Если на первом месяц назад вы предупреждали эту овощ Януковича. Возьми власть в руки, наведи порядок. Эта скотина сбежала и бросила в Украину, в Севастополь и все, что ценно нам. И сегодня Севастополь решает, как ему защищать в первую очередь себя. В 2 часа дня состоялась внеочередная сессия Севастопольского городского совета. Я взял на себя ответственность и предложил Севастопольский городской совет от